Слушай, сколько писем, а? Кошмар какой-то. Что, поклонницы активизировались? Ну, не говори. Вот ты знаешь, у нас сейчас есть умные компьютеры, умные смартфоны. А вот такой системы, чтобы компьютеры и смартфоны сами за тебя с друзьями общались, нету. Как нет? Есть. Вот смотри. Google запатентовал технологию автоматизированных ответов в соцсетях. Разработанная компанией технология будет анализировать поведение пользователей в соцсетях и на основе полученных данных формировать различные варианты ответов на те или иные события, посты и сообщения. Использовать их можно будет для ответа на электронную почту, комментирования фотографий, общения с коллегами или друзьями. Да, компьютеры и интернет действительно становятся все умнее с каждым годом. А что будет дальше? Ну, не знаю. А что бы ты хотел, чтобы умел делать твой компьютер? Ты знаешь, у меня даже воображения, мне кажется, не хватит на это. Ой, не умеешь ты мечтать, а вот детки наши умеют. И что они там намечтали? А предлагаю посмотреть всем вместе в нашей рубрике «Овальный интернет». И я передаю слово Вилане Тойшибековой. Всем привет! С вами рубрика «Овальный интернет» и я ее ведущая Вилана Тойшибекова. Сегодня, глядя на свой компьютер, я подумала, какой же он все-таки умненький. Чего он только не умеет. И песни поет, и фильмы показывает, сказку расскажет, и текст напечатать поможет. А какая у него память отличная, в этом он любого человека переплюнет. Позабыты хлопоты, остановлен век. Ну и того, что компьютер умеет делать сейчас, нам все равно мало. Его постоянно совершенствуют. Ребята, а что бы вы хотели, чтобы умел делать ваш компьютер? Я бы хотела, чтобы мой компьютер мог и разговаривать, советоваться со мной и разговаривал со мной на всякие темы. А еще я бы хотела, чтобы он мог редактировать мои видео на YouTube, так, чтобы у меня было много-много подписчиков. Что ты хочешь, чтобы делал твой компьютер? Кису. Кису? А еще что? Я? Да. Конфетки, подушки. Я хочу, чтобы мой компьютер умел сам надувать шарики, убираться сам мог, стирал одежду, ну, чтобы он... Когда мама приходила уставшая с работы, а за него все делал компьютер, за маму все делал компьютер. Я очень-очень сильно хочу, чтобы мой компьютер покупал мне кукол Monster High, потому что я их люблю. Чтобы он для меня сделал все-все, я что захочу. Чтобы он будил меня по утрам, чтобы он пел песенки. Я хочу, чтобы у меня было там много игрушек, игры и разукрашки. Еще там он сам мог бы включаться. И я хочу, чтобы там были клевые тачки, гонял, мотоциклы, сам играл. И еще пока. Возможно, наши с вами фантазии когда-нибудь станут реальностью. Но не будем забывать, что живое общение и подвижные игры не заменит ни один компьютер. А следующий наш вопрос – кто живет в интернете? Присылайте свои видеоответы нам на почту matrix@interviews.kz. С вами была Вилана Тойшибекова. Увидимся через неделю!